Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских вакцинировался от коронавируса. Глава региона посетил пункт вакцинации в городской поликлинике номер 1 имени Кирова и сделал прививку вакцины «Спутник Ви». Напомним, ранее Алексей Русских сообщал о том, что он переболел в сентябре и планирует вакцинироваться. Последний анализ, когда я сдавал кровь на антитела, показал, что их количество уже недостаточно и есть вероятность, что я могу снова подхватить эту инфекцию. Поэтому счел обязательным сделать себе прививку, потому что болеть не хочу. Всем советую сделать прививку, считаю это очень важным. Отсидеться за спинами других не получится.